Начальник департамента полиции Шымкента обратился к жителям и гостям города. Генерал призвал соблюдать правила дорожного движения. С момента подключения умных камер зафиксированы 1000 случаев превышения скоростного режима. Ералы Джумахамбетов напомнил, что камеры автоматически выписывают штрафы. На 100 перекресток города установлены 877 камер и на 100 линейных участках 800 камер, которые автоматически фиксируют правонарушения автомобилей. Если раньше с помощью 479 камер видеонаблюдения выявлялось до 1000 правонарушений, сейчас с помощью этих установленных видеокамер этот показатель вырос на 2500 до 3000. Поэтому мы вас просим, предупреждаем, не надо нарушать правила дорожного движения. Это тем самым мы достигли некоторых успехов это для безопасности города. Инспекторами видеонаблюдения ЦОВ ДП города Чимкент с помощью камер видеонаблюдения за 11 месяцев текущего года было раскрыто 288 уголовных правонарушений. В 2020 году это было 200. Административных правонарушений 48 823.